Всем привет. А знаете, раньше, давным-давно, вот как-то, когда я только начинал играть в игры, я всегда играл на компе. Но потом у меня появилась четвертая плойка, и я начал играть преимущественно на ней. И, собственно, в ДБД я играл тоже на ней. Привык уже к геймпаду, все дела. А теперь на несколько дней дали бесплатно на компе поиграть в ДБД. И поэтому подумал, что раз такая возможность есть, давайте попробуем вот мои навыки вообще игры на консоли, сохранятся ли они здесь. Так, ну смотрите, за кладету мы играть не будем, благо у нас 20 ранг, мы будем самыми новичками играть, поэтому за кладету мы точно не будем, пойдем сразу за Мэг Томас. Мне самохил, в принципе, не надо. Сейчас я немножко ее качну на 50 очков. Спасибо, мне не нужны ваши туториалы, я все знаю. И мы не сможем получить 2 перк-слота, у нас всего будет 1 перк-слот, ну супер. Почему именно за Мэг, а не за кладету? Все очень просто, сейчас объясню. За кладету я обычно, когда играл на плойке, я начинал за нее, потому что у нее есть самохил. Без него я раньше играть не мог. Сейчас же я играю за Мэг, потому что я уже более-менее могу без самохил. Заодно мы как раз-таки и узнаем, удобнее играть на консоли или на ПК. Или же окажется то, как я всегда считал, что удобно на том, на чем ты привык, а не на том, на чем тебе сказали. Вот. Так, Спрингвуд. И первым делом, кстати, что я хочу попробовать, это сделать... Ой, ё-моё, подлагивает что-то. Лунную походку. Я во сне видел, что я смог сделать лунную походку без тренировки. Нет, что-то ничего не вышло. Блин, я случайно спринт активировал, ладно. Черт, я не знаю управления от слова совсем. А как скилл-чеки? Как скилл... Блин, блинский, там пробел написано. А, он вообще весельчак попался. Вон! А, тяжело, холера, я управление совсем не знаю. Он меня хитанул, а я не могу даже подлечиться. Надо было все же брать кладетку. Плохая идея сюда возвращаться. Блин, вообще непривычно играть. Вот так вот. Я серьезно. Аня, они мансят там. Я, если что, не на консоли, не самый профессионал. У меня там всего 8 ранг за сурва. Но я до 5 опускался, по-моему. Ниже не получилось, не успел. Так, я... мне что-то подсказывает, что он сюда идет. А как присесть? Как присесть? Попробуй, догони! Нихера себе, что тут с пингом. Нафига я его сейчас оглушил-то? Черт, я думал, у меня получится обманка сделать. Я не могу, мышка, это такая неудобная, так. А чего она... Тут так быстро можно прощелкивать? В разы быстрее, чем на консоли, я серьезно. Они ее не спасли? Дети, помогите, плиз. Ладно, я думаю, надо самому пытаться. У них они что-то какие-то веселые попались. Знаете, я не вижу смысла прощелкивать. Они там что-то ерундой занимаются. А, ну вот этот к нам идет. Давай. У тебя все получится, я верю. Ты спасешь нас. Чел, я в тебя верю. Тут была Юйки Мура, это же, получается, она купила дополнение платное, то есть... Она уже играла в эту игру, получается? Спасибо, подлечишь? Стой, подлечи, подлатай меня! Блин. Я не могу назад посмотреть, потому что я... А, как неудобно. Все? Ладно, я пойду чинить... В подвале ген, все, потому что очень серьезно. Мы это на... Блин. Да, я не думал, что все настолько плохо окажется. Ну окей, у нас есть шанс ее спасти, так. Да не стани ты, женщина. А где они-то? А если он сейчас сюда пойдет? Шкафчики чекают. А как перелазить-то? Я же не знаю, стоп. На пробел, наверное. Все, свалил. Ай, фиг с ним. Все равно. Тихо, не сливайся, не сливайся. Подожди.
все. Подлатать. Ладно. Я успел скрыться? Походу, да. Тут как-то надо чувствительность поднять. Совсем неудобно. Так. Где это? Тихо ты. Что творится со звуком в этой игре? Фиг... Ага, она... он в декомбешности. Ладно, секунду. Конечно, блин, чувствительность как... Вы чего? Мне нужна максимальная чувствительность. Вот. Блин, я изанул спринт. Знаю, я дурачок, извините. Мементо, да? Ну все, это капец. А, значит, он и меня может убить, да? У него, смотря, какое мементо. А я ему не буду даваться, нафиг надо. Так, я готов убегать в случае появления. Только вот... Успели среагировать, в какую сторону бежать. Ага, он сверху! Сосни у меня спринт. Сосни у меня. А, дикобеж. Ну, вообще, подставь. А, да, ломаются? А, закончилось! Что это было? Ладно, убивай. Поторопись давай. Убей меня скорее. Не, ну это капец, эбеновый мементо, да, на 20-х рангах. Я офигеваю, конечно. Очень тяжело играть. Возможно, я просто не выспался. Я сегодня не выспался, соглашусь. Но тяжело играть. На компе. Нифига себе! Мне нравится, что здесь чат есть. На приставке, на консоли чата нету. Нет, немножко расстраивает. А тут круто, есть чат. Так, пока надо настройки, опять же. А чё чувствительно? Я не сохранил? Тут я думаю, что ничего не поменялось. А чё оно не сохранилось? Главное, случайно не нажать опять спринт. Это, блин, так сложно. О, чувствительность хорошая. Все. В атаку, так, куда я? А чё, вы втроем тут? Блин. Ладно, хер с вами. Потрачу свой кровный спринт. Но мы против Хантера, то есть мы ее услышим на большом расстоянии. Что все, в принципе, легко. Кстати, вот теперь я могу сделать Moonwalk. Давай. Moonwalk. Как это делается? Фиг поймешь, я не умею делать Moonwalk. Я зря тут ерундой страдал сейчас, да? А, вон Хантеры сходят, да? Фига у них имена. Сокнутая Риба, Нигас Эфио и... Ну, средний не очень смешной. Ну а это еще никак ко мне не присядет. Мы вместе тут починили. Че он там байтит ее? На. Что? А байтит такое слово и можно вообще юзать в такой ситуации? Я не знаю. Что ты вытворяешь? Ты точно 20-й ранг? А, сняли, молодцы. Блин. Горжусь, моя школа. Тут круто, что на максимальной чувствительности я почти мгновенно могу... посмотреть назад, потому что на консоли там не так все просто. Блин, что-то пока что слишком просто. А! Упс! Ну, блин, это уже моя тупость, да, я не выспался, признаюсь. Блин! Эпик мансы тут, конечно, творятся. Ловушка Джокера все время была? Куда вот я бегу? Понятно, наверх. Это были самые странные мансы в моей жизни. О. Заметила, молодец. Давай, потанцуем! Вся танцор, как... Не знаю, кто там. Тихо. А что творить-то? А нафига? Блин, забайтила! Что я только что сделал?
Блин, ну это вышло, конечно, забавно. Мужик, нет. Как? С каких пор вы такие быстрые? Стоп. Wait, what? Давай, поднимай меня, поднимай. А чё нет-то? Я же жму как ненормальный. А чё она не за... А я так быстро жму, что она даже не засчитывает периодически. Ладно. Окей, знаю, это было глупо, но мне казалось, что когда маньяк кого-то на плече держит, он твоей скорости. Почему она меня догнала? Вопрос. Опа. Адреналин. Сейчас меня снимут, адреналин пойдет. Ты вообще нормальная? Ну нет, неужели вы не будете пытаться? Ладно, я тогда сам попытаюсь. Ладно. Вот что удобно, такое то, что здесь пробел нужно жать, а не маленькую кнопочку X. Пробел-то огромный, его удобно. Сел, ну ты на 20-м. А, ну блин, ты на 20-м точно. Он мертв! А меня она не отпустит, видимо. Снимаю, у меня адреналин, я сейчас на скорости... Так, я лучше тут пройду осторожненько. А у нее наеда нет? А фиг знает. Гудбай. А че, серьезно? Ну, блин. Здесь еще игра быстрее ищется, чем на компе. Очень быстро здесь игра. Ой, здесь еще игра быстрее ищется, чем на приставке. Тут очень быстро игра находится. Привет, 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 привет. Идем со мной. Ладно. Он, видимо, dead inside. Ой, нет, это же не Рсас, так. Траппер, блин. Ага. Извини, I'm sorry to tell you, but... Ты выбрала не того сурва, чтобы бежать за ним, не надо. Не бегай за мной всю игру, умоляю. Блин, ты сломаешь себе нервы, психику, и больше в эту игру не захочешь играть. Нерсас слабый ман. Ну, она сильно ман, но за нее очень сложно научиться играть. Там нужно, я не знаю, кем быть, чтобы научиться за Нерсу играть. Там вон Ген. А, вон Нерса. Не, Нерса, она... Это точно не та Нерса, которая имба Нерса. Нет, ты нафига это сделал? Мы играем со Скайуолкером. Супер. Блин, дед, ну как ты смог? И я вон еще начну сейчас пытаться сам с крюка слезть, да, это то, что делают все двадцатки. Мы не пойдем спасать, у нас ген почти заведен. И он очень далеко, дед. Хотя кто, если не мы? Дед, ну нафига? Мне больно это видеть. Твою мать! Я один, ты что ли, пытаюсь что-то сделать, нет? Ну, в целом все так же, только нужно еще привыкнуть к клавиатуре, а не к стику, а в целом разницы особой нет. Может, что мышкой удобнее назад поворачиваться очень быстро можно. Стиком в этом плане немножко медленнее. Но в целом я бы не сказал, что разница прям колоссальная. У меня по команде лучше получается на приставке. Возможно, дело не в том, что на компе мне пока тяжелее, а в том, что я просто не выспался сегодня. То есть... В принципе, разницы я не вижу, как чел, который играет и на ПК, и на консоли плюс-минус одинаковое количество времени. Блин, что они делают, я просто не понимаю. Ну, может, они ищут генераторы, для меня это была большая проблема, поэтому, если вы новичок, берите перк Дежавю. Он показывает... О, нет, еще один мертв. А если у нас получится... А, тут крюк очень близко к ней. Не заметила крюк?
хитанула, молодец. Он хоть там сопротивляется? Ты беги, блядь, женщина! Всё, я взял манс на себя, давай. Виси смирно. Заметила. Блин. Мне же второй прыжок. Это капец был бы, если бы. Подвал, нифига себе, что это за карта такая. Так. Все, молодцы. Обманка получилась. Блин, ненадолго. Сейчас подхилиться надо и присесть. Надо будет присесть постараться. Давай-давай-давай. Успеть бы. Я хотел присесть, я не хотел, чтобы она меня хитанула. Хватай! Да нафига ты сдался? Дебила кусок. I'm sorry, но просто, может, у нее не получилось. Пробел такой маленький все-таки. А на какую кнопку-то снимать-то? Тихо. Вали, 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 давай, давай, уходи, уходи, уходи. Заметила? У меня спринт. Блин! Нифига себе, мы так все похожи. Может, у меня тоже есть с кепкой, стоп. Это будет ржака. Давайте сейчас вот сыграем на победу, вот, чтобы именно победить. Не вот так, чтобы весело было, а чтобы на победу, чтобы победить как можно лучше. Спасти как можно больше. Главное запомнить, что если 20-й ранг повесили на крюк один раз, то это значит, что он все уже мертв. Опа. Хоукинс. Блин. Это плохая карта для новичков, и они в ней могут заблудиться, как я в свое время. Только попробуйте взорвать. Так, дед! Все, скилл-чеков больше нету, да? Че, он уже тут? Да нет его еще. Не заметил, реально? Не заметил, серьезно? Круто, эпик. Я уже думал, вот сейчас генраж начнется. Но не тут-то было. Дед, не трогай генератор. Пожалуйста, дед, не надо, не трогай генератор. У меня почти все получилось. Уйди от генератора, дед. Я до последнего ждал подвоха. Давай, дай подхилюсь, подхилюсь. Подхилить. Да дед, обожди ты. Нифига себе, сюда реально можно спрятаться. Офигеть. Блин, зря спрыгнул. Ну, я же хотел тебя подхилить, но ты же не давался. Поднимай деда. Давай, 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 давай. А, тут крюк рядышком. Нет? Excuse me?
Так, надо быстрее его снимать, иначе он умрет. Давай, потанцуем! Блин, а... Черт. Да, блин, а стена! Убегай! Блин, он сзади. Беги, беги отсюда. А, ты серьезно? Не, ну ладно, я дикого беженства типа не боюсь. Ну, давай. Все, закончилось, да? Так, теперь нам нужна палетка. Нам нужна палетка. Я не знаю, где все палетки находятся в этой игре, потому что я не такой профессионал. Так, как... Мэнзимся. А, дикое бешенство, ну ладно. Не ожидал, да? Идем сюда. Come get some. Баляха-муха. Ты думал, я двадцатка? Ошибаешься, я восьмой ранг. Так, я смогу спрятаться? Мне нужно замендиться. Я сел очень плохо, я не вижу, что в окне. Вот так надо. Нет! А, ну все, дикое бешенство. Нормуль. Так, где дед? Ну все, дед можно считать мертв. Надо поп... Да. Я зря опять юзанул спринт. У нас все получится, мы сделаем это. Блин! Блин, мне больно вообще-то. Вон он! Вон он, беги, бляха-муха! А, ладно, он... Сколько раз я его уже огрел палеткой? Наверное, ему и не снилось. Все, потерял. Я уже забыл, что у меня адреналин. Нет! Сквиз, может, у тебя тоже есть адреналин? Блин, не успели. Ладно, фиг с тобой. Ворота. А вторые где ворота там? Так. Все, вот, открывай. А я пойду спасать. А, не надо спасать, слушай. Может, на другой стороне пойти открыть ворота? А, Сквиз жива. А что делать теперь-то? Размансовать его. Блин! Не вовремя дикое бешенство. Давай, не умри, ты возле палетки. Как ты можешь умереть возле палетки? Плиз. Нет! Ладно. Давай, 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 у нас все получится. Мы это сделаем. Пока. О, нифига себе, какая у него майка. Он какой-то крутой. Макс Пейн. Так. Хорошо, тут генератор рядышком есть. Сейчас мы
За Генрашем, ой, за Генрашем. Смеюсь в Генраше, блин. Так, ну ладно, траппер, его будет слышно. Серьезно, уже? Фиг я от траппера смогу мансить, он, блин, быстрый. Где-то. Молодец. Так, у траппера перки, по-моему, есть хорошие. О, привет, бляха! Как ты ударил? Ты вообще в другую сторону смотрел? Что за хитбоксы веселые? А что мне теперь делать? Блин, я знаю, я дурачок. Каплис, не попадитесь в трапу. Все, сэнкс. Так. Так, тихо, я слышу траппера. Тихо. Ага, попробуй трахнуть меня, я сам тебя трахну. Так. Добрый день, подхилишь? Макс Пейн какой-то не новичок. Класс, спасибо, вовремя ты! Блин, у меня осколка даже нету. Ну, это ГГ. Ни одного гена не дали. Ну, дети, ну что вы творите? Смотрите, зато все идут спасать, молодцы. Ты чё, блин? Так, все, ладно. Рисковать не будем. А. Ну. Ага, съешь! Я не знаю, что. Говна попей. Нет! Что это такое? О, новая карта. Нифига себе, вот это интересно. Так. Ай, фиг с вами. Блин, но на новой карте будет трудно ориентироваться, я ничего здесь не знаю. Мне кажется, игра подлагивает. Блин, ну такой фейк хороший не получился. Дед, зызыть, блядь! Это окно очень крутое, мне кажется. Заметила, заметила, вот же мразь. Ну, слушайте, я маншу по незнакомой себе карте. Ладно, это было, знаю, глупо. У меня адреналин. Ну, смотрите, хорошо получилось побегать против духа. Притом на карте, которую я вообще не шарю за карту. Снэкс, я играю, блин, впервые. Поднимает ее, ладно. Хорошо, первый ген дали, окей. Здесь, по-моему, где-то ген есть, да? Надо по... А, там кто-то есть, пусть идет и снимает. Вот, сейчас уже играют более-менее нормально люди. А где ген? Тут гена нету?
все можно пробежать. А как наверх попасть-то? Как попасть наверх? Стоп, wait. Подожди, не умирай, плиз. Как попасть наверх? Где лестница? Ну не взрывайся ты. Ой, боже мой, вот поэтому я ненавижу многоэтажные карты. Где лестница? Ну блин, где лестница? Спасет? Спасибо не... просто богу. Возможно, они уже 100 раз играли на этой карте, а на ней. Ворота. Давай, молодец. Всё, беги, здоров. Здоров. Бык. А, вот лестница. Серьезно? Она за мной! Блин! Черт, она слишком умная для этого ранга. А, тут был проход, серьезно? Я должен... Тут был проход, я не знал. Я думал, это закрытая комната. Капец. Ну, блин, лабиринт говнючий. Там же где-то был... На этаж ниже, Ген. А где спуск-то вниз? Ой, капец, я эту карту вообще не знаю. Я и так половину карты еще не знаю, а это... Нифига себе спуск, блин. Блин, а где... Я и крюков и не вижу даже. Я вообще ничего не вижу. Эта карта, я ее абсолютно не знаю. Ген. А я 2 раза висел, не, мне не стоит рисковать. Смотрите, 8-й ранг? Так я играю, как она, по сути. Так, ну, слушайте, вот такая вот игра вышла. Думаю, за маньяков нет смысла пытаться. Там я уверен, что разнесу их в 2 счета всех. За сурвов что могу сказать? Я особой разницы не ощутил, что на консоли играть, что здесь. Как-то здесь у меня даже хуже получается бегать. Опять же, возможно, из-за того, что я сегодня не выспался. Возможно, из-за этого. Либо же из-за того, что, ну, все-таки мне реально привычнее на консоли играть. Так что, вот, выношу вердикт. Да, поначалу мне казалось, что на компе будет тяжелее играть, когда я начал играть, показалось. Но потом увеличил чувствительность, все стало так же, как на консоли. Вот, поэтому дело в опыте, дело не в игре. Ну и в том, что я не выспался. А возможно, опять же, плохо играл из-за того, что играл на компе. Без понятия. Я все же склоняюсь к тому, что не выспался, потому что сегодня, когда я играл на консоли, я тоже там 2 раза в окнах падал, так что это... Да. Вот так вот вышло, ну... Так что теперь, если кто-то будет говорить там вам, что на консоли играть тяжелее, просто отправьте ему это видео, и он поймет, что дело не в этом, дело в опыте. Все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.